Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше путешествие в сказку. И сегодня нашей темой станет творчество композитора, которое вышло за пределы своей страны и стало достоянием европейской культуры. Эдвард Грик. Лирические пьесы. Эдвард Грик – великий норвежский композитор XIX века. Также Эдварда Грига можно называть музыкальным сказочником. И сейчас мы поймем, почему. Эдвард Григ создал большое количество музыкальных сочинений, которые с радостью слушают и исполняют дети. 10 тетрадей лирических пьес содержат 70 фортепианных миниатюр. В них показаны сцены из народной жизни, картины природы и личные переживания композитора. А ряд пьес посвящен норвежским танцам. Есть циклы и сочинения, в которых композитор рассказывает о старинных сказках и легендах холодной Северной Скандинавии. Их героями стали необыкновенные и таинственные существа. Кобальды. Маленькие забавные человечки на кривых ножках. Тролли, которые кружатся в бешеном хороводе. Эльфы, сказочные крылатые духи, порхающие над цветами. Среди них есть и гномы, маленькие подземные жители, которые обладают таинственной невероятной силой. Программность пьес Грига отражена в самих названиях пьес: танец эльфов, кобальд, шествие гномов. Шествие гномов. В давние времена люди верили, что в горах, под землей или в лесу живут маленькие человечки, владеющие секретами волшебства. К числу лесного и горного народов относятся гномы, тролли, кобальды, эльфы. Под различными именами они существовали в поверьях и в сказках многих народов. Образы этих сказочно-фантастических созданий широко представлены в творчестве писателей-сказочников. Братьев Гримм, Вильгельма Гауфа, Эрнста Гофмана, Шарля Перро. Гномы носят длинные бороды и любят весело танцевать под музыку кузнечиков и сверчков. Считается, что эти человечки являются хранителями драгоценностей в недрах земли. Неравнодушны они и к кладам, спрятанными людьми. Подземные жители могут выковать волшебные мечи, кольца или изготовить сказочные сапожки. Гномы капризны. Иногда они добры и отзывчивы к людям, но бывают и злы, враждебны и проказливы. В пьесе «Шествие гномов» композитор изображает подземный сказочный мир горных духов и красоту северной норвежской природы. Автор ярко и образно нарисовал сказочное шествие маленьких фантастических существ. У Грига они шумные, свистящие, бегающие и прыгающие. В первой части пьесы тихо, словно издалека, доносятся звуки энергичной маршевой мелодии. Она звучит все громче, активнее, напористее. Шествие приближается. Музыка становится более динамичной и стремительной. Для создания художественного образа композитор применил разнообразные средства музыкального языка: выразительную мелодию, аккордовую фактуру, контрасты динамики и регистров, резкие акценты и прием стаккато. Музыка средней части контрастна первой. Звучность внезапно прерывается. Гномы, шествующие по лесной тропинке, остановились, залюбовавшись сиянием солнечных лучей,
и голубизной неба. Наслаждаясь шорохом разноцветных листьев на лужайке и нежным запахом луговых трав. Им приятно наблюдать за мельканием бабочек и слушать журчание горного ручейка. Для этого очаровательного образа композитор создает простую песенную мелодию, напоминающую норвежскую народную песню. Мажорный лад здесь окрашивает ее в светлые тона. Характер музыки становится спокойным, а звучание строгим, чистым и ясным. Автор передает в пьесе свое восхищение красотой родного края. Танец эльфов. Эльфы – один из легендарных фантастических образов германо-скандинавского народа. Считается, что эльфы – это сказочные лесные духи, нежные и светлые персонажи в виде крошечных летающих человечков. Передвигаются они с помощью тонких радужных и серебристых крылышек. Волшебный лесной народ отличается красотой, подвижностью, изяществом движений и утонченностью черт лица. Эльфы похожи на людей, но имеют немного вытянутые заостренные ушки. Сказочные духи обладают тайными знаниями и магическими способностями, могут предсказывать будущее. Эльфы дружественны человеку и делают добро бескорыстно. Могут помочь детям набрать грибов или угостить их ягодами. Ночью они светятся, как светлячки, а исходящее от них сияние помогает людям найти дорогу домой. Крылатые мифические духи часто становятся персонажами различных сказок и фантастических произведений. Можно встретить их и в музыке. Танец эльфов – это музыкальная сказка Эдварда Грига. В ней как бы оживают волшебные образы. В нашем воображении легкий полет воздушных созданий, веселое и беззаботное кружение в танце. Thank you.
Кобальды – сказочные духи, обитатели гор и скал. Эти веселые человечки похожи на домовых и могут жить в доме. Они неуклюжие, смешные и озорные. Кобальды постоянно возятся и шумят. Они исчезают, прячутся и снова появляются, прыгают и скачут, делают различные шалости. Эти фольклорные персонажи добродушны и зла людям не приносят. В пьесе «Кобальд» композитор рисует портрет маленького, забавного, сказочного человечка. Быстрым темпом, моторной метрикой и насыщенной фактурой композитор показывает энергичный, причудливый характер сказочного существа. Создавая яркий эмоциональный образ персонажа, композитор использует резкое, отрывистое звучание коротких аккордов, акценты в конце и в начале фраз коротких нисходящих мотивов, выразительные контрасты регистров и динамики, ворчливые интонации в нижнем регистре, неожиданные остановки и резкие взлеты мелодии. В последних тактах пьесы мелодия стремительно взлетает вверх, завершается громким и энергичным аккордом.